В республике стартовала ежегодная акция «Георгиевская ленточка». Уже который год подряд в канун Дня Великой Победы жители России прикрепляют к груди георгиевскую ленточку. Это как память, как напоминание о подвиге советского народа в годы Великой Отечественной войны. За 2 недели волонтеры республики раздадут около 100 тысяч ленточек. Вместе с ними впервые выдадут памятки, объясняющие значение георгиевской ленты. Получить символ праздника можно возле остановок общественного транспорта, в парках и скверах, на центральных улицах городов республики.